Последствия пандемии коронавируса стали основной темой форума солидарных муниципалитетов. Мероприятие прошло в Ульяновской области уже второй раз, но в этом году оно стало первым крупным деловым событием, прошедшим во время эпидемии. Очные мероприятия проходили со всеми необходимыми мерами предосторожности. Так, работа круглых столов проходила на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Конечно, мы понимаем, что за решением тактических актуальных здесь и теперь задачи необходимо ставить новую, более сложную задачу полного перезапуска экономики и общественной жизни в условиях постпандемии. Мы же с вами постоянно говорим о том, что у нас есть вот такой вот дух лидерства, такой своеобразный вирус, и мы от него никуда не избавимся. Значит, нам надо быстрее обеспечить уверенное движение вперед. Губернатор поставил несколько задач, над которыми будет проводиться работа в ближайшее время. В этот перечень входит решение проблем здравоохранения, борьба с бедностью, диверсификация экономики, снижение безработицы. Своим видением ситуации поделились и эксперты, участвовавшие в форуме. У нас сейчас есть возможность определиться с тем, что нас не устраивает больше всего, какие у нас видятся проблемы, соответственно, использовать вот это время для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы стать более конкурентоспособными. Я считаю, что это, тот шанс, который, наверное, не стоит упускать. На круглых столах обсуждался широкий спектр вопросов. Это грантовая поддержка культуры, развитие сельских территорий, цифровизация, новое управление муниципалитетами. Один из 9 круглых столов был посвящен вопросам занятости. Он проходил на территории Ульяновского госуниверситета. Обсудили возможность дистанционного образования. Оно создает не только трудности в реализации. Это дополнительная возможность для развития образования, получения образования онлайн. Вот. У нас в университете очень активно работает факультет повышения квалификации. Сегодня я буду докладывать о работе. За последнее время очень резко выросло число слушателей. Дело в том, что в последнее время вообще человек в течение жизни своей может менять несколько профессий. Всего же в работе форума приняли участие более 1000 человек. Многие присутствовали в режиме видеосвязи. Эксперты представили таким образом 15 регионов страны. Егор Стов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.